С 2019 года благодаря плану «На севере жить» на реновацию Печенского округа направлено почти 9 миллиардов рублей. На эти деньги удалось капитально отремонтировать 37 жилых домов, привести в порядок около 8 тысяч метров коммунальных сетей, создать пространство для молодежи сопки и сопки спорта, также начать строительство социально важных объектов. В музыкальных школах округа обновлены музыкальные инструменты на сумму более 5,5 миллионов рублей. Из 10 библиотек с 2021 года в 5 проведены капитальные ремонты, обновлена мебель и инвентарь. Помещение одной из библиотек было отремонтировано за внебюджетные средства Кольской горно-металлургической компании. Улучшается ситуация в сфере здравоохранения. Отремонтированы детские поликлиники в Заполярном и Никеле. Открыт фельдшерско-акушерский пункт в Раяковске. Закуплено новое оборудование. Компьютерный томограф, аппарат ЭКГ для реанимации, УЗИ и флюорографии. Благодаря активности и инициативности жителей округа в рамках программы «На севере твой проект» в этом году воплотят 5 проектов. Александра Пескова, Станислав Евглевский, ТВ 21+.